Надо, чтобы она у нас не такая загущенная была, очень еще высокая, но высоту еще обрезать рано. Ну, хотя бы почистить немножко ее, чтобы у нее был более приличный вид. Да и старья здесь тоже много появилось. Все, мне так мешается все.
Акипа! На кусняшку! Ездик! Арсюша, иди сюда, ягодки поешь. Ай да, ягодки. Иди сюда, кнопка. Иди сюда. Иди сюда, маленький. А ты что, босиком опять? Иди, одевай кроссовки и приходи ягодки. Хорошо? Или галоши, или кроссовки. Я тебе вот сюда их положу. Иди, обувайся, и потом еще ягодки дам. Стой, сопли выкинь. Так, ну потом покажу вам проделанную работу. А то получится длинное видео. Ну вот, такая вот красота теперь. Все чисто. Там у нас еще откос я весной удобряла, посмотрел. Вот. Видите? Пришло все. Это сирень. Вот. Сеня ходит. Это у нас укроп. На семена выращивается. Вот даже подсолнух нашелся. Ну, вот так вот, в общем. Навела порядок. Водичку не трогай, ладно? Я водичку, мама. Так, водички тут много, надо убрать немножко. Надо газ привести в порядок. То... Не знаю, как эти ручки снимаются. Короче, как получится. Ну, мы стараемся. Да, Сеня, ты стараешься? Стараюсь. Вот, пойди, мама. Угу. Да. Уж. Ну как-то же должны они сниматься. Надо бубочку найти. Ты пока... Я слышу.
Две снял, и тут такая вот резиночка на этой. Все, я сейчас замочу. Вот здесь, в общем, у меня все отмывается. Там горячая вода. Как кислородный отбеливатель. Заодно тарелки туда же отправила, потому что они все равно не такие чистые, как хотелось бы. Поэтому у меня мечта посудомоечной машинки. Тогда все будет гораздо чище. Да? Да. Короче, еще диван. Мы залили этой же кислородной штукой. Вот. Посмотрим, как оно все отмоет. Я надеюсь, это будет неплохо. Тогда можно будет дальше продолжать. Здесь такая ткань дебильная. То есть, вот, допустим, пятно посадили. Вы это пятно будете отмывать, то вот этот кружочек станет больше, больше. В общем, очень плохая. Обивка очень плохая. Так, сегодня продолжаю второй участок с малиной. В общем, здесь у меня уже все расчищено. А вот это вот нет. Но я эту малину вообще ни разу не чистила в этом году. И там он навела порядок. Сейчас вот здесь вот. Георгины начинают цвести. В общем, как-то так. Ну вот, смотрите, теперь все красиво смотрится. Все ровненько, аккуратненько. Надо еще вот эти кучи все девать. Вот. Здесь все. Тики-пуки. Вот. И здесь тоже. Не знаю, куда я девать. Смотрите, как у нас живая изгородь, курей. Так, ну, на этом видео заканчиваем. Это видео у нас получается из двух дней. Вот. Так что не забываем подписываться в Телеграм. Переходим на Дзен. Там тоже подписывайтесь, кто не подписан. Тем, кто подписался, большое спасибо. Мама, я усача поймал. Усач. Угу. Сейчас усач. Всем счастливо, всем пока. Так, не забыла вам показать. Вот, отмыла плиту. Вся чистенькая. Архипушка мне все снял и все сделал, умничка. Сейчас вафельки им делаю. Будут вафельки кушать мальчики мои. Пойду сейчас вам диван покажу. Вот, смотрите. Диван. Я считаю, что он отмылся. Он еще сырой. Вот, когда он высохнет, неизвестно, но он отмылся. Это очень хорошо. Говори. Пока!